Дорогие друзья, вот не сказать, что я очень сильно верю в какую-то мистику, но все-таки я нашел некую закономерность. Так, отлично, тут еще и дроп, это нас интересует. Сейчас я договорю, у меня тут важная просто речь. Дело в том, что последние и предыдущие, ну, в общем, последние серии по вышибали набирали довольно-таки большое количество лайков. И как бы это странно ни было, эти серии оказались, мягко говоря, запоминающимися. То есть там происходила просто какая-то дичь, в хорошем смысле этого слова. Потому что последние серии — это просто что не серия, то какой-то... что-то непонятное. Поэтому, друзья, только что... Вы слышали? Только что был звук! Короче, друзья, вы поняли намек? Лайкусик, а мы сейчас зажжем по полной программе. Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. Ошибся. Выше Булкин, и добро пожаловать. Два дропа. Добро пожаловать, друзья, на новенькую серию по вышибали режима Reminator. Forza Horizon 5, конечно же, второй уровень. Не понял, но это. Не, это не серьезно. Это не серьезный разговор. Ребят, наверняка я понял, в чем прикол. Я понял. Вы сейчас услышали вот эту вот начальную речь и подумали, что Саня, как обычно, там, ну, какую-то фигню придумал. То есть, типа, зачем мы будем ставить лайк, если... Ну, сказал он там что-то в начале. Ну, что? Ну, и зачем это? Ну, наверняка он просто так это сказал. Вот, и наверняка вы сейчас не поставили лайк. А вот сейчас, возможно, поставили. Я... Подожди. Вот, вижу, вот, ты поставил, да? А вот... Подожди. Не, посмотри. Ну, в глаза посмотри. Ну, на секундочку. Ну вот сейчас вижу. Да. Ну-ка, подожди. Вот просто сейчас, вот просто эксперимент, смотри. Поставил, да? Все. Я вижу. Ну вот сразу другой разговор. Ну я же говорю, у нас с вами connection people. Просто полный коннект. Так, пятый уровень, конечно, не самый удачный, но это... Я... Да. Ты сейчас такой сидишь, ты сказал, что он поставил лайк, а я не поставил. Я тебя вижу. Ты можешь не ставить, конечно, но... Пацаны сейчас реально газанули, я вижу результат. Поэтому, если вот ты вот сейчас думаешь, что ты не поставил и ничего не можешь делать, повлияйте, типа, я сейчас фигню несу, то ты ошибаешься. Вот попробуй просто поставь. Потом уберешь, если сработает. Вот попробуй поставь, а убрать всегда можно. Ладно, все, хватит. Сам с собой разговариваю. Представь, как это со стороны просто сейчас выглядит. Да не, на самом деле я с вами разговариваю. В смысле, с вами. Ну, со зрителями своими, любимыми. А как ты с ними разговариваешь? Ну, они смотрят серию, я как бы с ними общаюсь. А, то есть ты сейчас не сидишь в комнате напротив камеры и, типа, не говоришь сам с собой. Не, я со всеми же общаюсь, ну, типа, кто там, ну, там, я не знаю, сколько там серию посмотрит конкретно человек, вот я с ними разговариваю. А, ну, тогда ладно, тогда вопросов нет. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Сегодня я боюсь что-либо говорить, у меня просто язык даже, знаете, он отказывается вращаться, потому что реально последние серии, ну, вы сами, я думаю, вы смотрели, вы сами понимаете, о чем я сейчас говорю, потому что там, что не серия, то происходило какое-то безумие. Все последние серии были запоминающиеся, так или иначе, какими-то событиями они были очень сильно наполнены. Поэтому сегодня я, конечно, жду очередного чуда, я сегодня жду очередного какого-то... Ты договоришь, может? Ну, я не хочу просто. А что, ну, зачем начинал? Ну, я просто хотел сказать матерное слово, потом... типа не материшься сейчас, хочешь сказать. Не, я матерю... Так, все, ладно, хватит. Девятый уровень тут нашел тем временем, пока я сам с собой разговариваю, пока я тут прикольчики какие-то там, лайки, не лайки. Не, на самом деле лайки решают. Ты можешь определиться, они решают или нет? Все! Хорошо. Извините. Перед кем извинился? Перед зрителями. А что такое? Да ничего. Все, короче, надо кататься. Вот и соперничек. Нормально. Это мне по зубам. Назад. Ребят, немножечко сейчас... без потных гонок не дается ничего. Давайте так, ну, как бы, это реально факт, потому что иногда, чтобы победить, нужно пропотеться. Странная тактика, согласен, но иногда это работает. Так, все, нужно просто сейчас аккуратненько показать, что Деберс F-150 это хоть очень тяжелый пикап, но он при желании может выиграть легенду. У меня пауза, не понял. Братанчик, ты куда? Только не надо говорить, что ты... Куда, молодой, ну куда? У тебя Lancer Evolution, ты меня сейчас тут шпили-вили по прямой, и все. Ну, ребят, ладно, это намек на то, что нужно устраивать полнейшую пентхаус за челу. Я не против. Да, мы опять не нашли сейчас 10 уровень, все такое, но... Как говорится, кто не заправляет зажигалку, тот не знает, что такое Firestarter. Что? Не знаю, народная мудрость. Опа, incoming что-то там, подожди, это значит дроп заспаунился. Мы вот пока... Так, справа чувак, подожди, надо чекнуть, вдруг. Хотя у меня, знаешь, у меня складывается такое ощущение, что второй волной дроп всегда хуже. Не знаю, типа самый жир, он всегда как будто падает именно в начале.
То есть вот кто успел жир забрать, тот забирает. Так, слева чувак и по прямой чувак. Ну вот не знаю, кто мне сейчас попадется. Опа, догнали. Догнали, догнали. Воскресный вышибулкин на месте. Ну, ребят, цель одна, цель одна. Ой, какие люди в Голливуде. Это же самый симпатичный автомобиль на планете, я правильно понимаю? Мини. Ой, ну здравствуй, здравствуй, родной. Ну, поехали. Поехали, покатаемся. Ну, налево. Вот сейчас ровно финиш. Ты понял, да, что не было метки до этого? Ну, ты понимаешь, что я сейчас... Нет, ну это, блядь, не может мини выиграть. Тихо-тихо-тихо, он пока едет, он пока... Пинхал, зачел, а? Пинхал, зачел, а? Вслепую, понимаю, вслепую сложно. Чувак, причем едет по дороге, вообще как бы ему спокойно. Он вообще спокоен полностью. Ребята, а как я угадал сейчас финиш? Объясните, пожалуйста. Я это сказал, я просто по приколу сказал, чтобы вы понимали. Естественно, я не мог знать, где финиш точно. Я просто ехал ровно на него. Я сказал, сейчас вот еду точно на него, и я ехал точно на него. Так, мини застрял где-то. Друзья, это победа. Это победа. Пока гордиться, опять же, нечем. Все самое потное еще впереди. 400 метров. Ну, там, он там что-то под конец ускорился, но это ему не поможет. Всего 24 игрока остается. Надо подгазануть. Ну что ж, седьмой уровень. Каен. Смотри, сейчас второй раз в Ангой буду. Смотри. Блин, я бы, честно, офигел. Я бы... Ну ладно, ладно, ладно. Один раз повезло, это еще ничего не значит. Так, 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 так. Вот это сейчас кто тут? Увидел, сейчас пропала иконка. Он либо из гонки вылетел, либо его выбили, либо что такое. Не помню, тут только что-то было. Видимо, да, видимо, у него гонка закончилась. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Так, 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 так. Смотрим внимательно, друзья. У нас вообще должна быть сейчас максимальная внимательность, потому что у нас есть реально сейчас все шансы победить. Естественно, нам этого будет мало. Фига я такой, да, пацанечка, наперед заглянул. То есть мало того, что уже как бы такой, типа, все, победа в кармане. Ага, еще седьмой уровень, еще сколько гонок впереди. Так, вот кто-то едет. Что это такое? Это Мазерати, да? А, это РС. Ой-ой-ой, это опасно может быть. Он шестого уровня, но он быстр. Он быстр и свеж. Не то, что я. А почему он уезжает от меня, не понимаю. Он причем реально ускоряется, но он не хочет гоняться. Не понимаю, вот в чем логика. Так, подожди, может... Нет, я понимаю, что отсюда сложно предугадать финиш, но это же не повод уезжать. Братан, подожди. Братан, ну куда ты едешь? Давай погоняемся. У него какой-то план? Вот мне просто интересно, что в этот момент они... хотят. То есть это же по-любому что-то как... Что? Вот что? Ну, вот... Просто поблизости больше никого нет, у меня... Я не знаю, он либо знает, где финиш, но я развернусь за ним, конечно. И что это было? Это было что-то непонятное, но хорошо, ладно, допустим. Допустим, это какой-то был такой, знаешь, танец... такое предвкушение, танец предвкушения, назовем его прям так. Так, ладно, танец предвкушения, это, конечно, здорово, сейчас главное победить. О, братанчик, ну да, акустики, дело такое. Он нашел свой столб, хотя это не Марк 2. Ха-ха-ха-ха, какая заезженная шутка. Ладно, это было ужасно, согласен. Можете даже ничего не говорить, я прекрасно все понимаю. 16 игроков, друзья, но, можно сказать, 15, потому что сейчас кое-кто вылетит! Так, 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 так. Аккуратно. Слушай, какой я... Я объехал его. Мой глазомер не мог меня... Я реально не задевал это дерево. Почему оно засчитал? А тут это просто реально мод шестого уровня. То есть я сейчас занимался откровенной херней, как обычно. Ладно. Так, друзья, восьмерочка. Думаю, что Феррари Спа. Главное... Ну, нет. Феррари Спа. Ну, вроде тут хайвея поблизости нет, то есть единственное, что я должен бояться, в принципе, а так-то эта машина может показать. Так, подожди, кто тут поблизости? Кто поблизости? Мне, в принципе, без разницы, я готов на все. Так, тут чувак вылетел только что. Ой-ой, что это за компашка? Ебать, 4 человека в одном месте. Что они делают? Пацаны, вы что делаете? О, блядь! Это подлянка, блядь, была! Это что за подлянка? Не надо, стой! Блядь, это что за херня? Я увидел 4... Там камни, он знает об этом? Блядь, ну он естественно... Я вам отвечаю, в последней серии происходит какой-то просто... Это невозможно! Что сейчас было? Что сейчас было? Он же видел, что он на камне летит, я не... Он же видел, что он на камне летит, зачем он это сделал?
Я их увидел, во-первых, за 3 километра. Во-вторых, он прям на них едет и едет, едет, и я думаю, ну может у него все под контролем. Нет, он просто в них врезался. Ребята, что происходит? Ребята, что происходит? Я же говорю, последние серии происходит просто дичь. Это лайкусики ваши, а вы не верили. Вот кто вот, вот, пацаны. Я же сказал, не подведу. Как минимум у нас уже десярик, причем заработанный сейчас очень спонтанно, очень... Все нормально. Рабочие моменты, рабочие моменты, все нормально. Все, друзья. Будем менять машину, или может быть не будем рисковать, и на хулиганим на хуни гони. Вот как будто не хочется, вот как будто не хочется рисковать, я хочу похулиганить на хуни гони. Нет, Фунтик, прости, но успеем еще, успеем. Я думаю, что это не последняя катка нашей сегодняшней серии, конечно, хоть и из первой все так складывается очень удачно. Так, слушай, какая вероятность, что сейчас у нас финиш будет туда же? Ну, то есть я сейчас просто, ну вы же знаете, я же пацан такой, я буду сейчас кого-то искать, 8 игроков. Ебать, это сейчас что было? А я вижу там прям скала, думаю, ну он же точно объедет ее. Вот оно, знаете, вот это называется не сдаваться до последнего. Вот оно, вот, вот оно так и работает. Так, мужик, мужик, стой. Мужик. Мужик, здорово. Успеем, 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 успеем. Как бы ты ни хотел сейчас... Я думаю, туда же финиш. Извини, брат, извини. Я думаю, что как бы я сейчас не ошибался, не знаю, я должен просто застрять в текстурах, чтобы он выиграл. Ну, по факту. Лучше очень быстро не ехать, иначе... Нормально, нормально, нормально. Но он вряд ли, ну как он сейчас, но он тут не срежет же по-другому. Все хорошо, финиш там же, все хорошо, финиш там же, все хорошо, финиш... финиш там же, да, финиш там же, все хорошо! Прости, братик, прости, прости, ничего личного, это лучше балла. Бля, не знаю, у меня складывается такое ощущение. Вы заметили, что... Подождите, во сколько существует рубрика вышибалы? Еще с Horizon 4. Она не может надоесть, потому что здесь каждый раз происходит какая-то, во-первых, дичь, во-вторых, когда происходит по-разному. Ну это невозможно. Ребят, вот сейчас как будто хочется тормознуть и больше ни с кем не кататься, но... Это же я. А если это я? Так, тут пацаны друг друга нашли, походу, да? Здорово, пацаны. Ну, можно, конечно, посмотреть, как они сейчас будут кататься. Так, РСК против МГ Метро. Я думаю, РСК выиграет. Я все равно просто поблизости никого не вижу, поэтому можем пока посмотреть на заезд. А, нет, РСК уже не выиграет, походу. Ладно, все, тогда я поехал искать соперника. РСК, походу, уже не выиграет. МГ Метро там нормально вырвался. Хотя не факт, не знаю, что там, может, еще поменяется все. Так, арена уменьшается, друзья, финальная зона. Я не знаю, успеем ли мы что-то просто здесь сейчас сделать. Я думаю, что нет. Так, вот тут какие-то соперники. Вот тут двое вижу по радару. Вот, один едет. Иди сюда. Давай покатаемся, братан, ну что ты, не хочешь рисковать? Иди сюда! Где он? В кустах. Иди, ну не мне, мы не успеем уже, мы уже не успеем, мы уже не успеем, мы уже не успеем. Мы... О, он на Порше. Я не успею, я очень хотел бы, но я не успею, я не успею, я не успею, я не успею, или успею, или не успею, или успею, или не успею, давай, давай! Я не знаю... Блядь! Засчитает? Он не засчитал, да? Не засчитал. Ебать, чувак, тебе повезло. А если бы я дерево не словил? Такого тоже, блядь, ну это не буду. А что? Мужик, тебе так повезло. Тебе так повезло сейчас, ты даже не представляешь. Так, смотрим зону. Слушай, я думаю, здесь есть смысл даже не по дороге, а... Ну давай вот так вот сделаем, красиво. Поехал, я поехал. Всем пока. Мужик, прости, но, наверное, вне конкуренции. Извини, конечно, братик. Извини. Ровно финиш, да? Ну, почти. Ребят, я еду первый. Второй едет Порш. Ну, вот, вот сейчас вот что сейчас должно пойти не по плану? Ну, что сейчас должно пойти не по плану? Ну, что сейчас должно все испортить мне? Ну, вот как будто хочется уже радоваться, но, с другой стороны, я же знаю эту подлючую вышибалу. Блять, как оно вообще могло все так сложиться? Да я не понимаю, как оно могло все так... Я говорю, какие-то непонятные... Ребят, ну опять же, вы понимаете, да, что это первая катка, когда я зашел в игру? Первая. Первая. Я никогда, ну то есть вот как оно начинается, так я всегда и показываю. Помните эти черные полосы, которые у меня были, когда я не мог победить? И был просто... Я бы, если проигрывал, я показываю. Даже там, если, блин, 5-секундная катка. Но сейчас... Откровенно происходит какая-то дичь в последней серии. Это просто что-то невероятное, что-то нереальное. Это, как это, это же даже не скилл, ну я их хер знаю, что тут влияет. Ты смотри, что происходит, ты смотри, какая красота.
Смотри, все деревья мимо, все деревья мимо. Просто ровно к цели, ровно к цели. Потому что почему? Потому что выше Булкин один. А-а-а, бля, первая катка и такая жаркая, пацаны, первая. А между прочим, в предыдущей-то серии у меня топ-1 не был. 6 выбитых. Ну, как обычно, херня не занимался, так сказать. Работал и вышибалил. Блин, ребят, как мне настроение прям поднялось, хорошо! Но на этом не останавливаемся. Прикинь, сейчас 2 победы подряд. Вот я прям... Давайте я вот сейчас сделаю стык. И вот прям сейчас сразу же. Я хочу, чтобы вы увидели, вот как найдется вторая катка. Прям сейчас вот она найдется. И вот прям вот как она пройдет, так она и пройдет, как говорится, да? Вот как она сейчас... Повезет, не повезет, уж не знаю. Вот прям вот, чтобы, ну, так сказать, дополнительно. Ну, мало ли кто-то вдруг не поверит, что... Слушай, я уже не успею телепортнуться. Надо было куда-то поинтереснее местечко-то выбрать для того, чтобы чекнуть. Здесь вряд ли что-то будет. Так, хорошо, друзья, я, пожалуй... Блин, ну как будто там прям хорошо здесь появляться. Ну, каждый раз одно и то же. Ладно, чувствую, вот... Да, тут пофиг. Пофиг. Не знаю, хочу тут. Тоже, конечно... правая сторона, и скорее всего... Блин, я давно в пустыне не появлялся. Ну и ладно. Значит, хорошо, что давно не появлялся, потому что последнее время мне, в принципе, очень даже неплохо везет. И, кстати, на фестивале тоже очень давно не появлялся. Ну давай, чё? Ах ты, ну мог бы немножко там драм-н-бейсика какого-нибудь. Ну что такое-то? Музычки-то для... в честь победы, нет? В честь победы ничего. Так, ладно, сейчас проедемся по побережью. Надо было, наверное, появляться все-таки тогда уж снизу, да, там же, в моем фирменном месте. Вообще ничего нет, я еще за зону стопудово. Стопудово за зону. А, ну, кстати, хоть на этом спасибо. Просто такое экзотическое место, что, честно говоря, я-то думал, что я тут... Что я тут вообще... Блядь, сейчас надо... Эй, блядь, давай, бери! Я уж думал, что не возьмется, я думал, какая сейчас херня произойдет. Так, на всякий случай чекнем пляж. Бля, ну там реально что-то было, прикинь. Это вот то место, считай. Вот то. А, так мы недалеко от зоны. Давай прокатимся. Просто я себя не прощу, если я... Ну, реально, для меня это открытие. То место это открытие, потому что там... Вы помните, что неплохие машины были уже сколько раз, и... Я просто должен это чекнуть. Я должен это чекнуть вдруг. Просто представь, что сейчас там десятка. Вот десятка или девятка. То, чего мы ждем столько времени. Кстати, это не то место, но... Блять, ну как будто вот нет смысла, но, наверное, все-таки по цифре... Давай четверочку возьмем. Так, Подожди. Это еще не финишная прямая. Так, ну ладно, понял, здесь уже откровенное говно. Так, ну мы в зоне, но от этого не легче, потому что как раз-таки в этой ситуации все находятся, скорее всего, либо в центре. Бля, там реально что-то есть! Ну вот в тех краях, где я всегда смотрю, там что-то есть. Прикинь, там... Я себя не прощу просто, я себя реально не прощу. У нас есть... Победа в копилке, поэтому мы можем не то что, как бы, нифига не поделать, но просто, видишь, у нас свободное пространство от игроков. И, в принципе, какой-никакой дроп. Третий. Потихо... Ты понял? По одному. А, не по одному, Вольво третьего, потом... третий, четвертый, пятый. То есть, если мы проедем сейчас дальше... Не надо было мне вообще там спауниться. Надо было сразу вот сюда вот и сейчас просто вот чекнем. Прикинь, ну, шестой даже, ну, тоже нормально. Просто ничего не делая, найти сразу шестой. Тут что-то было же. Вот там вижу справа. Бля, ладно, давай прочекаем. А вдруг исчезнет или еще что-нибудь произойдет? Вдруг тут самое золото, а? Я не поверю своим глазам, если будет 10 уровень когда-то. Я серьезно, я просто так думал об этом. Ну, я реально на секунду подумал, что это может быть шестой. Так, ну ладно, наверное, не поедем, да, туда вниз. Тем более, там уже не зона. Мы можем, в принципе, просто просмотреть... И уже начать кого-то искать, потому что пятерочка нормально. Пятерочка это хорошо. Пятерочка это не так плохо. Но, по-моему, кстати, там ничего нет. Кстати, вот именно там, где я обычно появляюсь, я здесь ничего такого не вижу. Да? Ничего тут не было? Сейчас немножко придется за зону выехать, просто чтобы убедиться. Вроде бы нету, да? Вот, зря, не зря. То есть, получается, не зря я появился там именно, а не здесь. Да, здесь ничего не было. Хе-хе-хе, ну ладно, я так на всякий случай. Все, убедился, хорошо. Поехали кататься, пятерочка наша. Просто ищем кого-то, предлагаем гонку, ничего не боимся, естественно, все как обычно. И если я сейчас выиграю во второй раз, ну, честно, мне почему-то не верится в это. Не то, что я как бы не уверен в себе, хотя это тоже, но... Как
как будто вот что-то как бы не чувствуется сейчас победа. Не знаю почему, хотя и в первый раз тоже не чувствовалось, а в итоге победил. Так. Я мониторю ситуацию, пока вижу, если я говорю, никого нет. Вот тут вот, кстати, вот это место тоже многие говорили, что здесь что-то спавнится, а вот сколько раз я чекал, здесь вот, к сожалению, ничего не бывает. То есть все-таки есть какие-то вот такие дефолтные места спауна, а есть, конечно, экзотические. Вот экзотические я пока еще до конца, конечно, не прощупал. Тем временем 38 игроков, друзья. Я изучал немножечко локацию, я изучал Драпецкий. Драпецкий был, конечно, не такой хороший, как хотелось бы. Теперь пришло время уже гоняться. Вот мы как раз-таки заезжаем в новую зону и... Вот тут уже я вижу новых игроков. Так, а вот и дроп, ну тут фигня. Фигня. Оно и чувствовалось сразу, что тут фигня. Ребят, ну я же просто не прощу себя. Ну я, конечно, об этом не узнал бы никогда, что, допустим, какая-нибудь десятка. Но, ну я думаю, что нет, второй волной не будет. Ну не зря получается. Получается не зря. Все, я хочу кататься, я хочу гонять. Кто-нибудь найди... О! Молодой человек, а как вас сюда занесло? Он на край зоны как будто... Бля, мне кажется, что у него что-то мощное. Чего? Пусть берет. Давай. Это тоже будет такой сложный для него заезд. То есть он сейчас потратил кучу времени. Он искал хотя бы что-то. Что, зона туда? Туда, направо? Ладно, сейчас поедем. Я просто ищу. Он что-то стоит на месте. Чувак на жуке, я не знаю, где он бродил, что он не нашел ничего, абсолютно, он стоит на месте, ребят. Он только сейчас поехал, я не знаю, что там происходило, но я бы на его месте, наверное, уже бы отпустил бы газ, нажал бы escape, покинуть игру, или как там это называется, но как будто вот он сейчас тратит время, он реально, если бы он старт хотя бы не прозевал... Но он прям только там, ну, очень далеко. Не, это бесполезно, я думаю. Я должен просто в текстурах сейчас застрять, чтобы он выиграл. Иначе я себе этого не представляю. Так, 1 километр, и у нас будет 7 уровень. Я думаю, что это будет бронка. Не знаю почему, прям вижу, что будет бронка. Если будет бронка, то в целом это будет неплохо. И можно будет уже сразу кого-то искать. Слушай, ну, как бы, да, как будто и есть какой-то прям шанс даже сейчас и до финала там, и не до финала, и, может быть, топ-1, кто знает. Так, все, давай, победа за нами. Арина Стрикинг, и продолжаем вышибались. Так, ну, что там? Или Каен все-таки, ну-ка. Очень хороший вариант, мне очень он нравится, он причем вот он чем уникален, у него и максималка, у него и проходимость, как ни странно, он реально по оффроуду хорошо едет, не теряя особо скорости. Так, все, срочно ищем ближайшего соперника, вижу много мини-маркеров, но пока не понимаю, кто где конкретно, попробуем в эту сторону, так, надо еще зону прочекать обязательно, так, тут хайвей. Бля, зона интересная тут, и хрен поймешь, на самом деле, куда, да, ехать-то. Непонятно, назад, наверное, все-таки уже. Опа. Бля, я приторможу лучше. Мне кажется, тернераунд это не пиздешь. Хорошо, что я не херачил на всю, потому что, вы представляете, я ехал бы 250, навстречу мне X, который едет в нужную сторону. Пока бы я развернулся, пока бы затормозил, пока развернулся, я бы его... Уже не догнал, да и так-то мне сложновато, но... Нет, догоняем. 270, конечно, X не едет. Повезло, что это прямячок. Повезло, что я затормозил. И он сейчас будет меня блокировать жестко, я думаю. Я не знаю, хотел ли он этого, но если даже он хотел, то я его немножечко обманул. Слушай, не, нормально. Ну, по прямяку сейчас главное не ошибиться никак. Я его поздравляю. Знаете, друзья, наверное, не бывает такого, что везет всегда, да? Наверное, иначе было бы очень странно в жизни, как бы вообще, ну, если бы всегда везло. Поэтому, ну, нет, я, конечно, не хочу на этом заканчивать. Все равно у меня есть подозрение, что у нас сейчас еще будет какая-то хорошая катка. Поэтому прямо сейчас, друзья, чтобы вы тоже видели, что это третья катка подряд, пожалуй, мы попробуем еще раз поэкспериментировать. Здесь появимся. И, быть может, друзья... Бля, как будто вот десятка, как будто она вот не за горами, знаешь, то есть это может произойти вообще же абсолютно в любой момент, но как будто вот, как будто мы к ней все равно как-то идем. Хотя это бред, потому что нельзя, ну невозможно, типа, идти к тому, что ты найдешь когда-то десятку. То есть ты либо ее найдешь, либо не найдешь. Вот как будто... Извиняюсь.
Так, похоже, время пустыни. Давай прям вот здесь. Не знаю, просто рандом. Просто рандом, попробуем из одного края в другой. Я как-то вот все-таки центр, ну там, блин, все сложно в этом центре, я не знаю. Опять же, фестиваль этот, ну там четвертый уровень будет, наверное, находиться, но это все не то. Попробуем сейчас с этой стороны. С правой у нас один раз получилось. Второй раз, конечно, мы там потратили время на нахождение дропа. Но зато кто знает, опять же, я говорю, такие моменты тоже не часто бывают, что есть дроп, который ты можешь прочекать. Вдруг там как раз-таки это десятка. Мне интересно, что со мной будет, если я найду 10 уровень? Я типа проиграю сразу, или как это, ну типа, или я реально прям найду и буду тащить. И, кстати, друзья, у нас тут только один дроп. Я думаю, я здесь не один. Да, действительно, слева от меня чувак появился. Я должен доехать забрать, иначе я как бы сейчас буду бродить. Я даже зону не посмотрел. Я думаю, здесь четверочка. Возможно, мини. А, вон справа еще что-то. Ладно, есть смысл, есть смысл. Хорошо, очень хорошо. Слушай, неужели мне сегодня относительно везет, а? Неужели какая-то есть все-таки какое-то понятие везения для меня в этой игре? Так, давайте доедем, чекнем. Кто знает, кто знает. В этой игре шутки реально плохи. У нас там нормально дропа, мы сейчас прочекаем. Давай десярик, а? Фиолетовый. Размечтался. Размечтался, Санек. Вот просто вот такие вот одиночные дропы, как будто это то, что как раз-таки нужно. Как раз-таки это как будто вот самое-самое редкое должно быть именно в таких местах. Не знаю, почему я так решил. Там, по-моему, что-то слева было вдалеке. Вот как будто хочется туда доехать, что зоны. Ладно, доедем, ничего страшного, это не так далеко. Машина есть относительно подходящая. Так, здесь что у нас? Вот там слева что-то как будто, да, фиолетовое было. Я понимаю, что это бред, наверное, туда ехать. Бля, я чекну, я не знаю. Я говорю, вот многие сейчас думают, а вот представьте, если бы я не поехал, а там десятка. Понятно, что вероятность херни там больше, чем нормальные машины, но... Согласен, ладно, все, едем. Так, как поедем? Нет, нам поверху не надо ехать, нам нужно сюда. И сейчас, кстати, придется немножечко попыхтеть уже, потому что зона наступает, и... все игроки, которые появились рядом со мной, они, конечно, поехали сразу в зону. Если кого-то я догоню, будет неплохо, потому что там, скорее всего, у всех первые уровни. Так, что, так поедем? Ну, давай, да, вот так, наверное, поедем. Тут мы как бы вроде близко к зоне, ну, как бы... Едем в зону, но с другой стороны, в гору там нам особо не нужно. Так, по пути, наверное, все подобрали все-таки, да? Я не успел смотреть, нашли ли тут какие-то крутые тачки в этой катке сейчас. Так, давай по дороге, наверное, я думаю, это будет быстрее. Блин, хотелось бы кого-то сейчас найти, чтобы с ним закуситься, но все уехали куда-то. Не, сейчас едем сразу в зону, все, я не буду больше чекать дроп, тратить время, хочу реально зарубиться с кем-то. А там уже будь что будет. Блин, ну на МГГТ, конечно, глупо я проиграл, но там, как бы, как говорится, не особо-то я решал, как гонка произойдет. Чувак реально увидел, что я там влетел в деревья, объехал меня, правильно сделал. Так, 35 игроков, друзья. Не вижу вообще никого. Вот как они, я не знаю, как будто они знают. Так, а мы тем самым, кстати, уже в зоне практически. Все, мы въезжаем в зону, и теперь можно спокойненько кого-то искать. Только вот без этой потери времени, пожалуйста. Пожалуйста. Экзакет не надо. Вообще никого не вижу, прикинь. Вообще никого не вижу. Все, я не отвлекаюсь на дроп. Я отправляюсь на поиск. И никого нет. Ни сверху, ни снизу. Это странно. А где все-то? Где все? Вообще никого нет. Алло, пацаны, вы где катаетесь-то? Не может такого быть. Ну как это? Все, с этой стороны, во-первых, многие въезжали. Может, у меня глюк какой-то? Я не... Ну, типа, ты прикинь, ну, как бы, да, я покрасил. Хорошо, поехали туда еще глубже. Я просто не понимаю. Как это возможно? Ну, кто-то же, блядь, должен здесь быть, нет? Что-то меня это пугает. Хотя нет, ну, я видел, конечно, в этой катке соперников, но... Вдруг что-то залагало. Те же фольксвагены, которые въезжали в зону, но они могли, конечно, по другой траектории въезжать. Ну, первые уровни, я имею в виду. Вообще никого не... То есть, они же появляются там мини вот эти вот... А тут никого нет вообще. Ребята, это очень странно. Ой, как много дропа. Как раз в ту сторону зона. Я не понимаю, почему никого не вижу. Ну хорошо, едем прям в центр. У нас вариантов нет. Сейчас прочекаем. Я говорю, второй, третьей волной, мне кажется, вряд ли что-то может крутое заспауниться.
У меня глаза в разные стороны, я такой типа думаю, сейчас как-то по пути проехать, чтобы прочекать. Так, ладно, тут фигня. Там фигня. Я никого не вижу, ребят, что-то фигня какая-то. Какая-то хрень какая-то, блин. Не могли все умотать на ту сторону, на противоположную. Во-первых, зачем? Да, меня, это, ну, меня напрягает такая ситуация. Типа, я думаю, что я сам с собой играю, блядь. Я еду в самое пекло, блядь. Ну, кто-то-то должен тут быть. О, наконец-то. Бля, они реально здесь все, прикинь. Я один там катался в той стороне. Так, все, едем в самое мясо, чтобы побыстрее кого-то встретить. А там уже будь что будет, реально. Самое-самое-самое. А, тут за зоны вылетел, офигеть. Так. Так, слева. Тут в гонке, чувак. Тоже в гонке, чувак, вижу. Так, наверное, левее уходить, там больше игроков. Справа тоже в гонке, чувак, понятно, блядь. Я сегодня что, в одиночку буду кататься, что ли, не понимаю. Пацаны, вы где все? Вон я вижу. Во, свободный есть, свободный есть. Стой, стой, пожалуйста, стой. У нас зона, наверное, назад будет от меня. Это Субарик, нормально, нормально. А че? Поехали, поехали, я уже все испугал. Все, первая гонка на сегодня, наконец-таки. Ну, в смысле, на эту катку. Так, нет, все-таки я не угадал, куда ехать. Я должен победить, наверное, если сейчас ничего не произойдет. Он по дороге. Бля, он по дороге поедет. Он по дороге поедет. Я не по дороге. Он быстрее будет. Подожди, а ему там. Нет, ему по дороге не получится проехать, наверное, да? Бля, главное, чтобы не камни и вот эта вот всякая херработина. Так, я пока не понял. Ну, вроде я первый, но мы как-то плюс. А, нет, все, я первый, 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 пока иду. Ребята, ребята, ребята. Ну, не сказать, что напряженно, но что-то вот это вот потраченное время, даже просто на поиски соперников, конечно, меня не особо устраивает. Так, 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 так. 900 метров. Ну, все, он врезался, он врезался. Так, ладно, у нас условно 7-й уровень. Опять, может быть, АМГ ГТ. Я как-то его так, опять же, просрал. Может, мне его вернут обратно. Я был бы очень даже не против. Так, все. И сразу разворачиваемся, потому что основная часть соперников сзади. Так, 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 так. Где-то вот тут, где-то в той стороне все. Каен. Ну, я просто его первый раз банговал, потом второй, и вот наконец-таки третий. Так, здесь это у нас того, кого я выбил. Ой-ой-ой, стойте, стойте. А, они начали гонку. Там вдвоем чуваки на трассе начали гонку. 17 игроков, друзья. На самом деле сейчас шутки шутками, но надо как-то что-то самое. Так, извиняюсь, я никому не мешаю, объезжайте. О, братан, здорово! А, подожди, против кого он там едет? Да-да, привет, привет, привет. Ой-ой-ой, стойте, стойте, мужики, стойте! Блять, ну вот, ну как вот это происходит? Почему все время третий лишний, я не понимаю. Ну они начали гонку, блять. Чувствую себя бесполезным в такие моменты. Ну реально, ну что за фигня? Я просто катаюсь, я просто катаюсь. Просто как бы это самое. Трачу время. Тут тоже в гонке. Где все-то опять? Ребята, вы где? Ну найдитесь кто-нибудь. Там дроп. Я даже смотреть не хочу. Так, во-во-во. Вот тут, походу, только что закончилась гонка. Ага. То есть, получается... Ой-ой-ой, зона тоже такая маленькая. Ё-моё. На чем ты, чувак? Блядь, восьмой? Восьмой. А, это этот, который на Каене только что был. Слушай, на самом деле, как будто... Как будто если поднапрячься, то можно и выиграть. Ну, вариантов нет, как бы пришлось ехать. Слушай, ну нет, ну я должен. Ну, типа, у нас не прямик. Ну, типа, не дорога. По оффроуду-то, извините меня, Каен должен. Не-не-не, Камара, извини. Так, тут лужа, он лужа... А, тут везде лужа. Я, блядь, чуть фокус не врезался. Слушай, он нормально идет. Я не понимаю, почему только в моих руках Камару неуправляемая херня. Братан, извини, это тот самый чувак на Каене, который мне бибикал. И вот так вот, видите, я его даже не караулил, так получилось. Ой-ой-ой, я развернулся, а тут прям дропа много. Ну, вероятность найти что-то лучше, чем... Ой, почему? Ну почему такой выбор-то офигенный, я не понимаю. Я был уверен, что мне сейчас предложат... Еще дождь идет, ты понимаешь, да, прикол? Бля, надо выигрывать. Ну, типа, я не хочу ехать в финал на Камара. То есть, халдить сейчас это вообще не мое, это бред полный. Так, у нас тут дорог-то особо... Непонятно, куда мчать вообще. В какую сторону, как же это ужасно. Камарик, давай, я не знаю, ну, надо выигрывать. У кого-то десятка. Понятно. Вот эта десятка, вот на эту десятку. Опа, это вот он, что ли, или что? Нет, или это не... Я не знаю, походу, назад вообще как бы. Да, блядь, ну почему? Я успел его хотя бы притормозить, потому что он правильно поехал бы. Я успел притормозить. Это была специально подготовленная тактика, пацан. Я не знаю, если он сейчас только ошибется. Я специально его... Я просто понимал, что туда надо будет ехать на финиш и...
Не, ну он должен меня выигрывать. Ну, типа, комары, извините меня. Это, блядь, ну это не машина, это, блядь. Хорошо идет. Я повторяю его траекторию. Причем он проскочил, ты понял? Он проскочил между как-то. Ну все, пизда, пока я зацеплюсь. Да, друзья, к сожалению, как я и сказал во второй катке, было бы странно, если всегда все было хорошо. И именно за это мы и любим вышибалу, за этот контраст. Ну, первая катка была уникальна в очередной раз. Было интересно, было напряженно. Друзья, ну а на этом, ну, главная миссия-то выполнена, топ-1. Потому что в прошлый раз я как бы, ну, был недоволен немножечко, потому что мы там не дотянули. А теперь как будто все так, как должно было быть, друзья. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.